Кристина, как тебе у нас? Хорошо, уютно, по-домашнему. Ярослав, отлично, только ты не обижайся. Я тебе хочу сказать, просто мы с Кристиной давние друзья, поэтому для меня вот это был объект моего внимания во время этой песни. Куда она, и туда и мой взгляд. Я на нее смотрю, слушаю ее. И какой-то парень с ней, видимо, поет. Это же дуэт. Вот, да. Я поэтому, при этом я знаю... То есть, конечно, Кристина просто что-то заворожила. Тяжелая партнерша у тебя. Тебе очень тяжело было с ней.